господа, наступило время главного боя вечера. Ваше внимание на экран! Дагестан – это моя родина. Она, как я его могу бросить? Она меня воспитала, вырастила. Воспитала и духом, и всеми горскими обычаями. Я всегда просто настраиваюсь себя на победу. Всегда выхожу, чтобы показать хороший бой. Ноль в графе поражений мне важен, но так как я не хочу проигрывать, во-первых. Во-вторых, не хочу родителей своих этим поражением. Ну, на меня многие смотрят. Не важен ноль, а важен не проиграть просто. Буду за этот ноль до конца. Мандража у меня нет. Мандраж – это плохое, наверное, качество бойца. Бензин не хватит, так что будем газовать до конца. На бой прилетит мой родной брат, друзья прилетят. Поддержка очень важна, это же такое дело. Ты отдаешь всего себя, тренируешься и хочешь всегда, чтобы рядом находились близкие люди во время такого ответственного момента. Поезд будет, иншаллах, моим. Так-то у меня неприязнь к сопернику нету. И что ему передать? Хорошей подготовки, чтобы без травм подошел к бою. Что пожелать Артуру? Я хочу, чтобы Артур подошел к этому бою в своей лучшей форме. Это самое главное. А дальше клетка покажет. Обращаюсь к всем тем, кто за меня болеет. Короче, я постараюсь не подвести вас. Я сделаю все, чтобы привести этот поезд в Дагестан. Наш клуб горит, и мы... родной край. Всем, кто меня поддерживает, я хочу сказать огромное спасибо, потому что часто из-за вас мы хотим побеждать, мы идем вперед и не сдаемся. Вы даете нам очень много сил и мотивации. Спасибо вам большое. Дамы и господа, добро пожаловать! В синий угол клетки претендент из Армении Армен Петросян! So the main event of this evening, Armen Petrosyan against Artur Aliskerov, light heavyweight bout, five minutes round. Armen Petrosyan is here with us, represents Sky Sport from Armenia. Three wins, no losses, his professional record. He's a champion of Russia in Thai boxing, Muay Thai, world champion in Muay Thai. Very good striker, Armen Petrosyan. He started his career in 2018. He won two fights in a row, lost just one to Ricky Kell. А в красный угол добро пожаловать, претендент из России, встречайте, Артур Алискеров! Потому что я горец. And his opponent Артур Алискеров, representing the club Горец from Каспийск. He is a Pankration champion of Russia, world champion in Pankration,
He has 7 wins and no losses. He's 31 years old, 189 centimeters tall, 93 kilos. He started his career in 2014. His last fight was in 2019 with Alexander Lugailov. As you know, every fighter from Goritz is a very skillful wrestler, grappler, and striker. Of course, so it's going to be a tough test for Armen Petrosyan, whether he's ready to ground game. Because Artur Aliskerov will decide how this fight goes, whether it's going to be a striking fight or a ground fight. So it's a matter of time. Уважаемые дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали. Fight Nights Global Pro FC и спортклуб «Велес» с гордостью представляют вам главное событие вечера. Пятираундовый бой за вакантный титул чемпиона Fight Nights Global в полутяжелом весе. Главный судья Джамбул Дзадзяне. Судьи у клетки. Дмитрий Барышев, Армен Асланян и Рамазан Гаджиев. Ваш судья-хронометрист Мераб Шубитизы. И со звуком сирены ваш рефери в октагоне Армен Ананьян. Итак, дамы и господа, у экранов миллионы фанатов смешанных боев во всем мире, в прямом эфире на Матч ТВ с арены комплекса «Экспресс» Ростова-на-Дону главный бой вечера! Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Ему 29 лет, его рост 190 сантиметров, вес 90,6 килограмма. Его профессиональный рекорд – 3 боя. 3 победы! Он чемпион мира и чемпион России по тайскому боксу, заслуженный мастер спорта, представляющий клуб High Sport и Universal Fighter из Армении. Вот он, Армен Петросян! А вот и его соперник, претендент к красному углу клетки. Бойцу 31 год. Его рост 189 сантиметров, а вес 93,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 7 побед. Ни одного поражения, дамы и господа. Он чемпион мира, чемпион России по прокансиону, представляющий клуб «Горец» из Каспийска. Вот он, Артур Алискеров! Россия! Бойцы на середину. Джентльмены, это титульный бой. 5 раундов по 5 минут. Внимательно слушаем мою команду. По затылку, по позвоночнику не бьем. За сетку, шорты, перчатки не хватаемся. Все действия по правилам. Пожай руки. Разошлись по углам. Секунды готов, боец готов, секунды готовы, боец, судья, судья, судья. Первый раунд, тайм, фуй! Right,
They both prefer to strike so far. Right to the draw. They are working right now at the fence. Запрещено, аккуратно, затылок не Работаем, работаем. Не разговариваем, работаем. Вот так, За шурда не хватаемся. Стоп, 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 внимательно слушай команду. Стоп, так. Артур, повнимательно. Аккуратно. Боец, у тебя тоже усы. Внимательно, локтями не бьем по затылку. Внимательно, локтями не бьем по затылку. Понял? Готов? Готов? Тайм! Стой! Стоп!
But still, Artur Alisgerov is winning this fight. Artur Alisgerov is winning in a Muslim way. He's very composed, he understands what he has to do. He uses whips. He's very fresh. He uses whips. He's working at the front. He understands when he has to throw, take down. And he is unhinging his opponent. Look at the big weight. Nicely done. Секунданты, выходим, секунданты, выходим, выходим, выходим. Секунданты, выходим. Выходим, выходим, давай, давай. Лед заберите, давай. I wonder what Armin Petrosyan is going to do in the second round, because he understands the strategy. Боец! I hope so. He understands the strategy of Armin Petrosyan. He has to show something more. He has to show what and how he can stop. Using the distance of his opponent. Look at how fast he is left middle kick to deliver by done by Artur Alisgerov, who is on top in the guard position. Petrosyan is gripping his hands, gripping it. He wants to escape, he wants to get to the feet. Artur Alisgerov can work here the whole day. Another attempt to get the high kick.
Для награждения добро пожаловать в октагон, президент Fight Nights Александр Шамлин и генеральный директор спортклуба Артем Календерев. Артур Алискеров on the ground. It's a knockout. What a knockout. What a fight. Почетный президент спортивного клуба «Велес» Виталий Метла. Артур Алискеров, it seemed to me in the second round was too calm, was too composed, so to speak. And this composure led to this punch. The core, the puncher has a chance. Every time he throws the punch, he has a chance. And that is proved here. A real puncher, Armen Petrosyan, showed that he can finish a fight, even losing it. And he was losing it. He really was losing it in the first round. He was losing it. But just one clean punch and his opponent out. Tremendously done. Truly blessed. Him a champion in light heavyweight division. Congratulations to him. Nicely done. Very skillful fighter. Blistering. Blistering punch. Я поздравляю тебя с этим действительно большим достижением в твоей жизни. Я думаю, что этот пояс, безусловно, очень важен для тебя. И ты говорил, что это действительно очень ответственно выйти на бой против такого соперника, биться за пояс. И ты это сделал. Мы тебя поздравляем. Ты чемпион Fight Nights Global. Спасибо большое всем. Thanks to everyone. Бесконечно приятно и вообще драться в Fight Nights. Первый раз и сразу за пояс чемпиона. Это дорогого стоит. Спасибо большое моему сопернику Артуру. Он очень достойный, очень хороший парень. Реально. Извините, я просто реально не верю, что на мне. И что хочу сказать, самое главное. Хочу поблагодарить свою команду. Своего тренера Вали Бахрамовича. Хаджи Мурат, наш тренер по борьбе. Расул Магомед Али. Это мои тренера. С этой командой можно идти хоть куда. Надеюсь, что мы не проиграем никогда. Хочу поговорить команду Universal Fighter, High Sport, Станислава, своего спонсора. Никто не знает, но здесь сидит человек. Его зовут Игорь. Он очень сильно мне помог во время ковида. Он поддерживал меня и морально, и финансово. Этот человек не дал мне загнуться во время такого тяжелого времени и уехать также на сборы в Дагестан. Хочу поблагодарить свою семью. Я очень вас люблю. Мама. Жена моя Лера, я вас очень люблю. Всех люблю. Своего брата, родного Артура, он тоже прилетел сегодня, вон он стоит. Надо было брат сюда зайти. Всех люблю. Самвел, брат, спасибо. Если бы не ты, этого боя бы не было.
Without you, we Кого? Couldn't make this fight happen. А, братья мои, с Махачкалы, Муслим Насудин, Абдулла, Абус, кто там еще? Нас, вас много, братья, я вас реально всех люблю. Без вас бы этой победы не Without было стопа. Как бы меня victory. Мотали по ковру и избивали. Дай Бог вам здоровья. Спасибо всем. Спасибо Thanks Камилю Гаджиеву за возможность драться здесь. For the to fight here. Спасибо всем. Могу Thanks говорить до утра, у меня эмоции переполняют. Поэтому всем большое спасибо. Извините, что наговорил ерунды, если что. Армен, еще раз тебя поздравляем. Чемпион Fight Night Global. Армен Петросян, yeah, ваши аплодисменты. Спасибо. So, thanks to you. Дорогие друзья, у нас есть еще один виновник торжества. Победитель Гран-при Pro FC Дижон Весин. Поздравляю. Congratulations to him. And the photo. So, this tournament is over. I hope you enjoyed the time, ladies and gentlemen. And David Kuchishvili saying thanks for being with us and enjoy the rest of the night. Итак, уважаемые дамы и господа, фестиваль бешеных единоборств триумфально завершен. Но организаторы не прощаются с вами. Они говорят вам до свидания и приглашают на свои будущие события. А с вами были Международная лига Pro FC, Fight Night Global, спортивный клуб «Велес» и ваш ринг-анонсер «Белый скорпион» Александр Загорский, Санкт-Петербург. Всем мира и добра! Берегите себя!